В инжиниринговом центре КФУ прошел съезд предпринимателей города и районов Инакам. Организаторами выступили исполнительный комитет города Набережной Челны, Камского инновационного территориально-производственного кластера Инакам, машиностроительного кластера Татарстана и торгово-промышленной палаты Набережных Челнов при поддержке правительства республики. На съезде были озвучены вопросы и перспективы развития в сфере малого и среднего предпринимательства Набережных Челнов, как территории опережающего социально-экономическое развитие. Участники обсудили стратегию «Автограда-2030» в части приоритетных направлений. Далее на пленарном заседании наградили победителей конкурса «Молодой предприниматель», в число которых вошла команда интерактивной системы во главе с аспирантом Набережно-Челнинского института КФУ Ленаром Юсуповым. Также на съезде работали 6 круглых столов по разным темам. В ходе обсуждения были сформированы предложения для включения в резолюцию, которые успешно приняли на итоговом заседании съезда. Аделя Шамилова, Катерина Ботенкова, Ренат Галиутдинов, Универньюз.